Давненько мы на YouTube бустеров не заливали. Ну что, у нас 86 паков. Наша задача открыть как можно больше золотых карт, чтобы закрыть древних богов, ну или почти закрыть. Потом на крафте там. С чувством, с током, с расстановкой. 5-5-5, 20-20. Ты специально мои ходы плохо думал. Вася. Мне было гораздо интереснее смотреть гнума, когда он играл более серьезно. А сейчас козел такой играет нифига не актуальными деками, которые были в мете месяц назад. Актуальный дек сейчас фейс-шаман, чувак. Идеальное сочетание там ими играй. Адекватности это штан. Жалко редко. Да, штан, кстати, удачи, он действительно... Завтра, Ром. Действительно, он самый перспективный российский проплеер, он мог бы стать топ-стримером, если бы не жевал сопля. Но я с ним беседу с писателем провел, мы сделаем из него человека. Зачем смотреть Сильвера? Мне 26 лет, и смотреть Сильвера мне лично противно. Все эти плюс в чат и прочие. У него кругозор даже не 18. Так и есть, Вася, так и человека. Есть. Так, ладно, продолжаем, а то мы так никогда ничего не откроем. Но он показывает хороший уровень игры. Гнум же, падла, сейчас совсем казуально играет. О! Не всем же быть задротами. Кто-то должен быть казуалом. Пилот. Сердце машины. Окей, ребят, я вам все поставлю. Только после бустеров. 51-й, в общем, в поиске. Хорошо, хорошо. Привет, программист. Ох, вот эти сказочки. Ой, насчет помощи с сайтом, друзья, она мне. Вот это я понимаю. Привет. Я могу помочь тебе с сайтом или попытаться реализовать автоплей музыки. За простую благодарность. Хотя бы потому, что твой стрим меня ободрит. Программист, я, конечно, не технический специалист, но мне кажется, чтобы сделать сервис в том объеме, который мне нужен, о котором я говорил, это огромное количество работы. Огромное количество работы. Мне кажется, не так-то просто на коленке такое своять. Что-то не золотое, барахло какое-то не золотое. Ну что за дела? Да, ребята, давайте так. Те, кто считает, что писать плюс в чат это тупизна, пишите минус в чат. Если вы согласны с этим утверждением. Минус в чат, все, кто не любит плюс в чат. Эти плюсеры в чате, они все тупые, да? Мы не такие. После легендарки у нас откат скилла. Не в каждом же бустере опять легендарок скрывать. Опа, эпики, эпики, эпики. Один эпик. Но золотой. О, ха-ха, безликий гигант. Не золотой. Сейчас, сейчас скроем, спокойно. Спокойно. Раз, два, три, четыре. 40 пыли. Ребята, давайте следующий уровень. А, те, кто считает, что писать плюс в чат тупо, плюс в чат. 40 пыли. Я уже бустера 3-4 не скрывал в легендарке. По поводу хардкорной игры, в Харстон лучшая формулировка, которую я слышал, это формулировка Крипарина. Он сказал так, что Харстон награждает не сильных игроков, Харстон награждает игроков, которые вкладывают в него свое время. И это действительно абсолютно точно отражает ситуацию в Харстоуне. То есть Крипарин очень-очень правильно понимает ситуацию. Он, кстати, тоже в казуал ушел, он тоже не выдержал этого спортлото. Золотая рарка, отлично, отлично, сэкономим на ее крафте. Между прочим, 400 пыли стоит золотая рарка. Нет, стоп, сколько стоит золотая рарка? 800 пыли золотая рарка стоит. Пыли. Надо музыку тогда включить, раз уж мы тут. Раз уж мы эту музыку выключили. И деньги? Нет, деньги у Харстона ни при чем, они не играют никакой роли. Чтобы играть в Харстон, хорошо, нужно у него дрочить прям днями и часами. Статы великих стримеров. Ну, Крипарина можно отнести к великим стримерам. Может, не самый крутой в мире. Ну, точно не самый крутой в мире, но он крутой, безусловно. О,
Опа, я уже расстроился, что 40 пыли, но нет. Золотая. Ну, блин, мне очень нужен золотой зубрисок, у меня ни одного золотого нет, придется крафтить. С ним сабмод минут на 10, а там же отключили вроде сабмод, нет? Вон, отключали, снова включили. Пусть модераторы... О, кстати, мне нужен был мужик 2-1, хорошо, скрыли, мы будем играть. И-ка сразу карту, так больше интриги, в смысле без просмотра. Думаешь? Можем попробовать. Товарищ майор, докладывай старшина Полищук. О, сразу золотая карта. На мотоцикле. Коленки мои стерты до дыр. Точка, точка, работаю. Не, я обновить ничего не хочу, программист. Я сайт уже буду пользоваться как вспомогательную площадку. Возможно, ты хочешь обновить сайт, а найти нужного человека не можешь. В общем, свое предложение я сказал. Тапок подписался. Спасибо, Тапок, за подписку. По поводу сайта, я решил, что он у меня будет чисто как вспомогательная площадка, но прям работать над ним я не буду, я не успеваю просто этого делать, поэтому забил. Как получить первоначальных зрителей, как привлечь их внимание? Ну, бери да стрим. Вот как все это делают. О, золотая карта. Золотая рарка 100 пыли, это если пылить ее, а если крафт, то 800. Как я не перетаскиваю паки, они по центру оказываются, это пробел. И колдовство, опа. Дивертопчик. Ну, по-моему, прошедшие... Ух ты, ни хрена себе. Прошедшие выходные очень наглядно показали, каким нужно обладать интеллектом, чтобы успешно играть в Хардстоун. Просто была наглядная демонстрация. Хороший бустер, хороший, очень жирный. Думаю, после этого ни у кого вопросов не осталось. По поводу того, насколько Хардстоун интеллектуальная игра. Какой-то нищеброд программист по 300 рублей донатит. Ну, не все же программисты миллионеры. Второй косарил. Друзья, что-то золотых легендарок и золотых эпиков не скрывай. Очень этим недоволен. Очень недоволен тем, что золотые легендарки не скрывай. Ну, конечно, это неплохо, библиотекарь Темнолесье. Да даже сразу два. Макдос 720 паков открывал. Ну, вот, пожалуйста, вот способ привлечь внимание. Кто там спрашивал? Как привлечь внимание? Вот, 720 паков открыл. Может, даже 710 открыть. Все равно это будет интересно. Да что уж там, какие-то жалкие... 680 паков тоже будут смотреть. Было-то? Если что было. Легендарки вскрываем. Три штуки уже вскрыли, но... Три штуки на 40 паков. Это неплохо, но нужны золотые. Как сейчас паладин в качестве хила? Нормально. Паладины всегда нормальные, никогда плохими не были. Не считая классиком. Блоксерила 1 Олега? Это как ты посчитал? Знаком с Кирой давно, но до сих пор стесняюсь открывать твои паки. Да, да. Мы с Кирой большие друзья. Что-то кончились легендарки, даже обычные. Как относишься к игру? Да нейтрально. Как у нас Локи себя показывает? Я не знаю, как у нас показывает Локи, потому что вместо того, чтобы пойти с нашей гильдией в рейд, не золотая тоже книжка. Плохо. Я повел зрителей. Это было мучительно. Лучше играть на низкозаселенных или на густых? Нет, лучше играть там, где много народу. Там живая экономика. Ну, короче, на пустых серверах ты не получаешь главного удовольствия от World of Warcraft, командная игра. Да нет, я уверен, что то, о чем я говорил, ты сзади не сделаешь. Создать приложение не тяжело.
На самом деле там работы на один день. Но просто мне на самом деле особо-то не надо. Нормальные люди не будут. Я бы на твоем месте заказал официально через фирму, если действительно надо. Нет, блин, ты играть не планирую. Он, золотые щупальцы. Золотой эпик, отлично, то, что надо. Не знает, с чего начать. Смотри, ну ты говоришь, можно за день сделать. Давай я тебе так в двух словах опишу, что собственно, о чем я говорил. Нужно создать сервис, который будет автоматически включать песни за деньги. То есть он как минимум должен прекрасно работать с различными платежными системами. Ты предлагаешь за день создать сервис, который принимает хотя бы самые популярные российские платежные системы, защищен от всяких абьюзов, ведет у каждого баланс, находит нужную версию песни, именно хорошую версию песни, да, и все это автоматически проигрывает. Пожалуйста, давай изобрази нам такой за день. Я охуею, если ты это сделаешь. Вот нормальные программисты там сейчас подавились от такого. Как 34 лиги, 2 ксарила, нзот громок. Ну, 4. Да, эти лиги там, кто их считает. Копейки не считаем, нам нужны золотые лиги. Кому эти обычные лиги нужны? Можно ли перекинуть перс с одного сервера на другой вов? Да, но это денег стоит. Там в батлнете есть услуга, переезд чара. Везде же есть, что он умеет так делать за деньги, он работает с всякими WebMoney, Яндекс и прочее, Kiwi. Мне кажется, ты свистишь. Комбинация уже написанных решений. Ну и что? Что? Летающий автомобиль — это комбинация автомобиля и самолета. И что? Дальше-то чего? Такой же осел. Кто осел? Покажите мне. Uncle Good. Спасибо, Uncle Good, за 6 месяцев. Дядя хороший. Как научиться бегать мышкой? В смысле бегать мышкой? Где? В World of Warcraft? Две кнопки зажимаю и все. Вот у нас, смотрите, Купа Гейминг работает в Intel, за неделю такой накодить не сможет. На самом деле, вот эти платежные системы, с ними очень много гемора, не только технически, но и юридически, поэтому это нихера не просто. Вы просто говорите, не понимая, о чем идет речь. Чувак, который ты начинал Alerts делать, если ему несколько месяцев на мозги капал, чтобы он нормально все сделал, он говорит, я бы и рад, но там юридически все охуительно сложно. Платежные системы сами не горят желанием работать сам. Ох, нихера себе мы вскрыли. Вот это класс, это круче, чем легендарка. Золотой эпик, золотой рарка. Ох, ничего себе. Нормально, 5 легендарок уже вскрыли. Но надо еще 2, и из них 3 золотых. Можно, чтобы пользователь сам свою версию песни заливал? Ну, чувак. Кальмарный пират. Сообщение написано по правильному образцу Donation Alerts. Ну, это уже ближе к делу, да, это уже ближе к делу. Тем более у Donation Alerts есть свой API. Twitch DJ, кроме PayPal, что принимает, ребята? Я сказал горбатый! Платежные системы верифицировать уйдет неделю минимум. А вот подбор именно нужной версии песни — это совсем непросто. Я знаю, о чем говорю. Прикольно, у тебя ник богатый программист. Мне кажется, чтобы обозначить свое богатство, тебе нужно было прислать не 30 рублей, а 32, скажем. Чтобы было видно, что ты прислал больше денег, чем просто программист. А то... никакого эффекта. 32 надо было присылать, а не 30. Лошара ты. Я тоже думаю, что технически очень сложно. Я, ну, на самом деле, мне кажется, того не стоит. Не, ну было бы здорово, если бы оно появилось, но париться за это точно бы не стал. Привет, Нум, слышал про легендарную удочку Вове про скрытые. Да, улики. Это артефакт рыболовный. Расскажи, как напало хоть какой получить. Удочка — это рыболовный артефакт, он точно так же качается. Ну, подробности я не знаю, сам ты не рыбак. Вот, а по поводу скрытого артефакта, я сам случайно наткнулся недавно, я делал локали с помраченными в Сурамаре, и в качестве награды получил скрытый артефакт, скрытый вид артефакта. Причем я не любитель трансмагрификации, не занимался ей, но она включилась, во-первых, автоматически, этот скрытый вид, а во-вторых, он оказался очень прикольный. Там паладинский защитный меч против паладина заменился на такую дубину, знаешь, дренейскую. Мне понравился, я оставил. Они где-то рандомно падают. На то они, наверное, секретные.
видел какие-то. Слушай, жирные бустера. Хорошо, что сегодня решили бустер открывать, да? Да, можно сделать прогу, которая будет стримить за меня. Да мне кажется, в будущем такое придумает. Нейросети уже учатся рисовать, что только нейросети уже не умеют. Скоро нейросети будут стримить. И вообще, что? Лично да. Зикром, надо потом посмотреть. Мне вообще ничего не нравится, сэр. Ссылка удалена. Много платежных систем. Ладно, я потом посмотрю Twitch Music, спасибо. Тыкник пробел, когда карты скрыты, но еще ничего не происходит. Думаешь, они все откроются? Нет. Ну что, последнее. Сколько мы? 5 легендарок скрыли, да? 2 золотых эпика, по-моему. Да, 2 золотых эпика. Ну, нормально, на самом деле, поскрывали. Много золотых карт. Потому что 0 золотых легендарок, что не очень хорошо. По поводу сервиса ВК стрим, будешь ли там стримить? Ну, пока ничего не могу сказать. Посмотрим, ребята. Посмотрим на деле. А что, у меня золотой хухуран? Вот это я нищеброд, конечно. Бесхухуранный. Ван Клифик у нас лишний. Ну-ка давай на кладбон. Саильчик у нас лишний. Тоже отсюда. Ох, у меня карт, конечно, не хватает. Вот это не солидно. Даже как-то стыдно перед вами. Ага, тут у нас есть лишние. Так, а эпики есть у нас лишние? Должны быть тоже. Намек понял. Подведем итог, точка. Слишком трудозатратный. Да, слишком трудозатратный, мне тоже так кажется. Как материально, так и физически. Побеждай свою лень. Так я-то здесь при чем? Я-то не программист. Я ничего этого сделать не смогу. Причем здесь? Я буду сам вручную делать. Стоп, есть вторая здесь? А, второй у меня нет, ладно, не будем пока пылить. Я-то сам рукожоп, я ничего программировать не умею. Соответственно, мне делать-то и нечего. Олег знает толк в девочках. Ну-ка, покажите девочку от Олега. Если я встану, ты у меня ляжешь. Гном, есть же система такая. Twitch Диджи называется. С ним живи. Там людям в Ютубе нужно искать. Ну ладно, я потом посмотрю, спасибо. Потом посмотрю. Если нужно. Может, потестим что-нибудь. Ссылку. Так, мы все что ли уже, да? А, нет, даже не близко. Свечас, нет, спасибо, сейчас не до того. Хотя я очень обеднел, да, мне бы 80 голды не помешали. Только что очень обеднел, почему-то. Не знаю почему. Давно в девятке напереехал, года 3, наверное, где-то так. Родема, для этого должен вернуться интерес к игре. А для этого в Hearthstone нужно что-то изменить. У меня, кстати, есть идея по этому поводу. Надо как-то сформулировать и озвучить будет. Но это не сейчас. У Олега какой-нибудь подбор? Ладно, как-нибудь потом посмотрим. Если вы про кого? У кого будем подборка? Нет пряничников лишние, она отслеживает отдельно золотые, отдельно не золотые. Какой наш импульс? Да, конечно, пыль еще надо, чтобы древних богов докрафтить и кражан дохренища.
Так, ладно, у нас 15 тысяч пыли, да? В основном урожай там. Недокрафчен из крутых карт. Медив. Медив пока, наверное, подождет. Мы будем крафтить первым делом. У нас есть 15 тысяч пыли. Можем на все накрафтиться. Вот здесь посмотрим. Портал на не золотой, да? Портал карта хорошая. Ускотус. Ну, тоже карта хорошая. Я, правда, ей пока не играю. О, книжка. Да, книжка это обязательно. Надо. Очищение. Вот, когти делаем. Так, ведьму пока не будем. Им коражим пока не будем. Это пока не будем. Успеем. Ладно, давай медиву на скрафтим легендарки хотя бы. А скрафтив золотые легендарки, можем распилить обычные. 3500 осталось, да? Давай докрафтим. Что будет с сервисом, если закажешь какой-нибудь понос, понятия не имею, что с ним будет. Взорвется, наверное. Пыль почти кончилась. Охренеть, как это дорого стоит. Для Атоса просто это жесть. Слишком много, а для графа для ну, давай, слишком мало. Пару зуботов все равно крафт придется. Приходит на ум собрать свою базу музыки. Причем. О, не, нет, точно плохой план. Нет, плохой план. ВК, связывать название правильные. Ссылки. Ну вот до сих пор каражан не собран. Вроде крафтим его, крафтим. А каражан очень большой, очень дорогой оказался. Музыки. Роскомнадзор в обед. Не, это плохой план на самом деле сделать свое хранилище музыки. Вроде приключения, вроде карт немного, а пыли надо миллион, потому что ничего скрыть нельзя, все приходится крафтить. Поэтому приключения хоть и маленькие, но обходится дорого. Так, ладно.